Журавль, согласно известной пословице, олицетворяет высокую мечту. Именно его 7 лет назад выбрали своим символом работники культуры. Люди творческие, тонкие натуры, привыкшие ставить себе сверхзадачи, жить по принципу «лучше журавль в небе». В пятницу, первый из трех дней праздника, на Журавлиной поляне вырос целый палаточный город. Прогуляться по его улицам с такими романтичными названиями, как «Соловьиная», «Журавлиная», «Звенящая», «Березовая», «Солнечная», «Земляничная» – сплошное удовольствие. Каждая делегация обустроила свою стоянку с выдумкой, юмором, оригинальным оформлением. Девиз этого слета – культура вместо кризиса. Именно на эту тему пришлось пофантазировать участникам слета. Готовиться пришлось к конкурсам серьезно. И споры были, и бессонные ночи. Все это, конечно, присутствовало, да. Однако не только за дипломами слетаются каждый год журавли. Пожить туристским лагерем на природе, завести новых друзей, обменяться опытом, насытиться новыми идеями и впечатлениями, получить творческий импульс на предстоящий год работы. Не в этом ли прелесть журавлиных посиделок? Вот главное не победа, а главное участие в этой программе. И общение между друг другом, впечатлениями делиться. Ведь ну каждый как бы варимся там в своих этих соках, будем говорить. А здесь вот у нас обмен происходит. У кого как, у нас так, у вас так. На друг друга смотрим. Это здорово, это классно, что мы все вот собираемся здесь каждый год, мы ждем этого всегда. Это замечательно. Из событий, предшествовавших кульминации слета, параду делегаций, нельзя не сказать о веселых финишах. Поляна слета была оборудована спортивными площадками для самых популярных игр – футбола, баскетбола, волейбола. Но вот прозвучали позывные журавлиных посиделок, приглашая всех на торжественную линейку, посвященную открытию слета. На главной улице палаточного города, проспекту Московской области, идут ликующие колонны. Каждая делегация в своей форме, со своим флагом и собственно сочиненной речевкой, бьющей остроумием на повал. Министр культуры правительства Московской области Галина Ратникова поздравила всех собравшихся с праздником и объявила слет открытым. Культура сильна своими традициями. Я думаю, что замечательно совершенно, что эту традицию мы продолжаем, храним, и я думаю, что будем сохранять. Я объявляю наш слет открытым. Право поднять флаг слета предоставилось самым опытным, самым преданным культуре людям. Журавлиную стаю в горках Ленинских приветствовал заместитель главы Ленинского района Алексей Селезнев. Позвольте от имени главы Ленинского района Василия Юрьевича Голубева, от администрации Совета депутатов нашего района поприветствовать вас на нашей земле и пожелать вам творческой, плодотворной работы. А затем началось чествование Золотого фонда культуры и молодой смены руководителей органов управления культурой муниципальных образований Московской области, которые принесли нерушимую клятву. Церемония завершилась гимном журавлиных посиделок. Журавлиные посиделки, как всегда, наполнены теплом и уютом, несмотря на погоду, которая явно не способствовала празднику, проверяя работников культуры на выносливость. А в погоде ныть не будем! И хандре мы скажем «нет» на поляне журавлиной! Из Подольска всем привет! Уже к вечеру первого дня организаторы изготовили информационный стенд с фотохроникой первых часов слета. Впереди у участников слета еще два дня, наполненных общением, конкурсами, хорошим настроением. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Евгений Садовский. Видное ТВ.